Всем кротовый привет, друзья, с вами снова Паша Фриман. И сегодня я решил сделать обзор на новинку марафона «Зима QF-37 RAM» британского истребителя танков, который можно будет получить за 5 знаков отличия танкиста. Кстати, если вы еще не знаете, что за марафон и как в нем участвовать, то загляните в описание, там я оставлю ссылку. Почитайте и, надеюсь, примите участие, благо есть ради чего. И сразу хочу уточнить, что некоторые моменты, а также характеристики могут поменяться к получению этого танка. Сейчас собирается фидбэк, проанализировав который, будут сделаны выводы. Итак, мы имеем танк на боевом рейтинге 5.0, что с одной стороны нормально, но учитывая броню танка, может и не очень. Но разберемся в этом мы чуть позже. Для начала рассмотрим эту самую броню. Ну или ее отсутствие. По лбу корпуса у нас 50 мм, борта имеют 38, а корма всего 10 мм брони. Башни у нас нет, но есть рубка, которая частично защищена 10-мм листами брони. То бишь мы имеем картонку с пушкой. Но я бы не сказал, что это плохо, как может показаться на первый взгляд. Бывают моменты, когда мы танкуем по несколько снарядов, которые просто пролетают насквозь. Конечно, не без последствий. Несколько членов экипажа вынести, скорее всего, у противника получится, ну, может какие-нибудь модули зацепить. Экипажа у нас аж 7 человек. Хоть это и много, но их очень легко расстрелять с любого пулемета, и даже мехвод сидит без защиты. Разумеется, авиация, бомбы, пулеметы, зенитки и артиллерия для нас крайне опасны. Что касается подвижности, то тут не все хорошо. Мощность двигателя равна 14 лошадиным силам, что вкупе с 29 тоннами веса дает нам 13,7 лошадиных сил на тонну удельной мощности. Этого недостаточно этому танку, чтобы оперативно разворачивать танк на месте. И это очень важно, так как по скорости поворота рубки у нас все плохо, и довернуть корпусом было бы в тему. Максимальная скорость равна 40 км в час, а задний ход всего 5 км в час. Чего недостаточно, чтобы уходить от огня противника. А теперь поговорим об орудии новинки. И вот тут-то и кроется вся прелесть. 94-мм пушка, способная стрелять сплошными снарядами на 192 мм пробоя с 500 метров, имеет перезарядку в 7,8 секунды на экспертах, что вполне приемлемо на этих боевых рейтингах. И кстати, даже с неполным экипажем перезарядка страдает не сильно, оставляя танк очень даже боеспособным. Углы вертикального наведения равны от минус 5 до плюс 80 градусов, что не позволяет нам играть от холма, но зато мы можем сбивать самолеты, которые не подозревают, что на них мы можем навестись. Скорости вертикального и горизонтального наведения очень мало, поэтому желательно, если вы будете знать примерные тайминги и карты игры, чтобы успевать занимать правильные позиции и наводиться заранее. Ну и подходя к геймплею, могу сказать, что танк в целом мне понравился. Несмотря даже на некоторые косяки, которые имеются у нас, пока мы, скажем так, получили ранний доступ к нему. Бинокль, например, пока косячно работает и идет параллакс при стрельбе, то бишь снаряды летят чуть выше прицела, на что надо обращать внимание во время этой самой стрельбы, чтобы правильно рассчитать выстрел. Будем надеяться, что это исправят. Может быть, кстати, исправят боевой рейтинг, но это не точно. По поводу живучести я уже сказал, что нас довольно тяжело убить, во всяком случае пока что, так как мало кто встречал этот танк в игре и не знает, куда его эффективнее всего простреливать. В дальнейшем это может измениться. Многие снаряды просто будут проходить насквозь, задевая по экипажу. Благо у нас его много и все будет нормально, особенно если вы пополните его на точке. Часто вы можете давать ответку, которая в свою очередь с легкостью может отправить противника в ангар с одного выстрела. Конечно, это не значит, что вы должны лезть на рожон. Лучше старайтесь играть издалека. Баллистика орудия, конечно, не идеальная, но немного потренировавшись, вы сможете засылать снаряды по врагам на больших дистанциях. Но обязательно следите за картой, чтобы враг вас не обошел, так как любой пулемет, даже калибра 7,62, для нас смертелен при объезде с бортов или кормы, да и в лоб он тоже может принести нам проблемы. Старайтесь играть так, чтобы у вас было тяжело обстрелять с самолета, ведь они будут также доставлять много проблем. Кстати, небольшое дополнение. Танк QF-37 RAM является премиумным, поэтому вы можете и серебра заработать, и опыта получить для прокачки Британии. Ну или на крайняк продать его на бирже. Сразу скажу, что цену невозможно предугадать, и она будет выставлена другими игроками по своему усмотрению. Что же касается стрельбы, то тут все довольно просто. Практически любой танк убивается в силуэт, ну или как минимум не слабо критуется. Снаряды с легкостью пробивают даже жирненьких противников. Но, конечно, лучше стрелять по самым важным органам танка, таким как казенный часть орудия, пушка, наводчик, боеукладка и так далее. Ну и конечно, при попадании вниз списка советую играть максимально осторожно, как впрочем-то и на любом другом боевом рейтинге, на который вы сможете на нем попасть. В общем, танк на меня произвел хорошее впечатление, несмотря на некоторые косяки в реализации и минусы в конструкции. Фармить на нем можно, получить несложно, нужно всего 5 знаков отличия, ну и для коллекции он будет неплох. Стрельба не вызывает сильных проблем в отличие от брони и открытого экипажа, поэтому играйте во второй, а лучше третьей линии атаки, либо выбирайте
выбирайте максимально комфортные для стрельбы позиции, в которых вы будете в безопасности и сможете спрятаться от огня противника. Но думаю, он понравится не всем, так как имеет специфичный геймплей, который завязан на аккуратности и знании карт. Поэтому пишите свое мнение в комментариях под этим видео, я с удовольствием почитаю, что вы думаете насчет этой новинки, ну и вообще в целом марафоне. Ну и если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Картавый Паша Фриман, всем удачи и Картавый пока-пока, друзья. Музыка. Это новый стоп. Ночью.